вкусно. Любительница груш. Ешь, ешь. Уже третью ест. Вкусные какие. Перец, колокольчик, сейчас его срывать буду уже. Уже пора, как говорится, пора. Он висит так красиво. Ну все, почистили мы все деревья. Наконец-таки грушу последнюю доделали. Вот такие вот. Это вот остались. В общей сложности где-то около 50 килограмм собрали с ветки. Сегодня у меня аж светло во дворе. Осталось по мелочи розы засыпать и все. Вот у меня еще перчик мой, халапеньо. Ой, аллергия достала меня. Ну и как не показать кустик сентябринки. Вот такой вот. Вот такая красота. Необъятная. Ну. Всем спасибо за просмотр. Лайки, комментарии. Всем пока. Да, еще вот. Хочу показать, как черешню. Это вот все в обрезке. Вот стрижка. Стрижка. Была задействована тяжелая артиллерия. Электропила. И бензоэлектро. И караул тут. Ну, теперь точно. Пока. До следующей встречи.